29 августа в администрации Каспийска состоялось совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства КОЗП на 2024-2025 годы. В ходе совещания состоялось обсуждение плана работы, составленного ранее УК. Кроме того, на совещании был поднят вопрос отключения газа в 13 МКД из-за отсутствия заключения договора с Межрегионгазом. На сегодняшний день из 13 домов 2 полностью подключены, 9 стоят на рассмотрении и 2 собирают документы. В завершении стороны обсудили острую проблему муниципалитета. Это несанкционированные свалки на территориях МКД. Заместитель главы по вопросам ЖКХ Руслан Мирзимагомедов поручил организовать сбор ТКО, уборку раздельных и контейнерных площадок. Он также отметил, что по решению Верховного суда уборка площадок, куда скидывают мусор горожане, должна проводиться УК и жителями МКД.